Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня награждение победителя. Спасибо, да не за что. Спасибо, Женя. В общем, выбрал он английский сервер. Это один из победителей. Даже сейчас скажу, кто. Кто-то мне верит, что я не отдаю призы. Пишут, что это разводняк. Но, ребят, многие уже получили свои призы. И, как видите, многие разные аккаунты. То есть я не занимаюсь подставами. Все прекрасно знают, что я как сказал, так и будет. В общем, этот огник у нас Кирилла Петрова, который его выиграл. Сейчас даже посмотрю по дате, когда... Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. 20. А, он выиграл в Бравл, он попросил в БЗ ему задонить 16 числа. Вот так вот. А, у него есть донатный аккаунт на русском сервере, он там играет, но он решил на английском, и у него там есть тоже огник. Он решил, чтобы ему подарили здесь. В общем, поздравляю тебя. У тебя теперь не только огник, у тебя топовые плюхи. Вот такие вот. Такие героев я ему забрал. Ну, я думаю, это то, что я вам показывал, какой кайф на английском сервере играть. Роза. Ну, то есть тут даже, в принципе, вы и так все видите сами. Еще какие-то плюхи остались. А, это сундуки у нас остались. Сейчас мы увеличим немножко алтарь и пойдем собирать еще зефирку. Так, забираем все. Отлично. Так, ну что, поздравляю, топовые герои у тебя уже есть. Сейчас попробуем. Есть у нас еще немножко попыток. И пойдем еще собирать зефирку на русском сервере. Ну а с вас, конечно же, лайки и ждите розыгрышей следующих. То есть я сказал, будет разыграно, это не относится к тем овникам, которых я разыгрываю. На них будет тоже видео. Так, это скины. В принципе, он их сам докачает. Поехали. Открываем героев. Вот смотрите, огник. Вот почему я говорю тут. На английском сервере, ребят, реально и дешевле создать, и можно получить плюх намного больше. Космо. Короче, 5 топовых героев за десятку. Вот что значит английский сервер. Вот такой вот у него уже, ребят, аккаунт. Посмотрите. Ну, круто. Так. 21 осколок зефирки есть. Хорошо. Сегодня еще дискаунт. Поехали посмотрим, что тут у него такое. Тут ничего не выиграет. Поехали, пооткрываем плюшки. Оп-оп-оп. Вот топовые эмблемки. Ремочки, отлично. Сундучки. Ну, куча-куча всего он получит. Он уже будет сам прокачивать. И, я думаю, я вам и так кучу прокачек уже показываю. Сейчас пойдем на русский сервер. Ну, то есть, как видите, аккаунт получил все необходимое для начального старта. Топовых героев за десятку. Ну, там плюс я еще добрал ему пак. Другой. Ну, вот такие вот плюхи здесь. Я думаю, он будет счастлив. Пакт. СО. Супер. Так, отлично. Так, вроде тут все. На прокачку все есть. 300 коробок, ребят. 43 камня, вот посмотрите, ну вот это кайф. Так, отлично. С этим разобрались. Блин. Так, что-то горло дерет.
Где твои имбушки? Короче, с талантами. С талантами, думаю, он разберется. Куча видео есть на канале у меня. Кто не знает, можете заходить, смотреть. Так, Утикаха. Махатмы у него нету, что ли? Да, нету. Ну ладно, он, в общем, разберется сам уже с талантами. Интересно, сколько коробок мы вытащили еще. Офигеть! Вот вам, ребятушки, аккаунты на английском сервере. Так, самики я ему тратить тоже не буду. Как видите, вот это его. Его первый донат получается. Блин, видите, кидает все. Алтарь. Вот так вот, за такой вот донат уже, блин, топовые герои есть. Ну что, поздравляю. Мы поехали, ребятушки, на русский сервер трешивать. Будем пробовать сейчас собирать дальше землеройку. И я буду вам записывать видосы. Возможно, часть сегодня, я думаю, пару победителей сегодня определю и пару победителей завтра. Ну, так, чтобы ребята могли другие из других стран, с других часовых поясов, потому что я прекрасно это все понимаю. Видосов много, то есть я буду выбирать видосы рандомом и, соответственно, уже смотреть потом. А потом дальше мы вернемся в свою нормальную, привычную жизнь. Еженеделька, каждую неделю есть, просто я затянул, и не было игровников, у меня времени нет. В общем, такие вот плюхи я получил на русском сервере. 5 огников, 1600, это мой аккаунт, который мы качаем по чуть-чуть. Камешки у меня в перелимите, как видите, я их не могу, потому что не хватает книг. Это печально, это очень печально. Так, парящий остров и монетки. Что у нас тут будет? Мешки еще какие-то. Сейчас пойдем собирать зефирку мне. Мне нужен на русском сервере зефир. О, ничего себе, здесь зефир продают. Обалдеть. Тут огника дают. Отлично. Хорошая акция на русском сервере. Грех сегодня жаловаться. Более-менее нормально придумали. Сделали. Такс. Окей. Ну, это такие плюхи, которые я не могу. Это мой аккаунт, я же говорю, я на нем не играю. Многие знают, что я на русском сервере забросил. Так добираю недостающие герои. Отлично. Что у нас тут есть? Что у меня здесь делается с зефиркой вообще? 100. Мы открыли с утра, я вам записывал видос. Ну, поехали, будем испытывать удачу. Я уже хочу побыстрее всем раздать все и отдыхать на шашлычок. Так, 152. 150, ребят, поехали. Зефирка, приди. Ну, с вас, конечно же, лайки. Я понял, что на русском сервере мы хрен соберем ее. Сейчас посмотрим. Оно интересно, ради интереса. Сколько уже... Ой. Где одного недостающего героя у нас нет. Я пропустил акцию, можно было бы собрать. 171. Ребят, 171, но я думаю, тут в любом случае мы соберем. Так, события. Тут 15 только дадут с... Можно было и меньше покупать паков. Так, ну видите, как хреново падает. Смотрите, сколько попыток. 2 зефирки, смотрим. Все? Все, что ли? Не, не собрали. Так, это огники, блин.
Что оно так перекидывает? Зефирка, ты где? 190, ребят. 190. Ну, поехали дальше. Зефирка. Смотрите, как хреново падает. Еще одна. Ну, я думаю, мы уже собрали. Давайте ради интереса выйдем, посмотрим. Просто, знаете, интересно, как же она все-таки падает. Да, 202. Видите, можно было забрать там один или два пака. Я что-то психанул, забрал все паки. В общем, вот так вот. Собрали мы зефира, ребятушки. Можете меня поздравить. Обмен. Обменять осколки. Максимум мест допустимых героев. И кто там у меня? Кого я тут качал? 104, я что-то даже не припомню. А, деда я был, а что я его открывал? До свидания, дед. Зефирик, здравствуй! Вот так вот. Еще плюс один зефирик, у меня уже второй. Это, правда, на русском сервере. Поехали, добьем акцию, чтобы не пропали у нас попытки. Ну и ждите розыгрышей, видосов. Будет много интересного у вас контента. Так, осталось у нас 45 попыток. Сейчас посмотрим, было 2. Сейчас посмотрим, сколько нам... Посмотрите, как сыпет уже. Ну, блин. Вот как это назвать? Когда уже получил типа на... А когда это, сколько мы собирали его, блин. Жесть, короче. Все. Все попытки использовали. Давайте посмотрим, сколько мы опять собрали. $29. Неплохо. Получить все. Забрали мы плюшки, книжки еще нам там какие-то дали. Ну и, конечно, куча камней в перелимите. Вот так вот. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсе. Условия я рассказал утром. Можете посмотреть видос. Всем удачи, всем пока.